Я вітаю вас на парламентському телеканалі «Рада». Це програма «Власний погляд». І у наступні хвилини ми поговоримо про майбутнє українського футболу у день, Всесвітній день футболу. І з гостем нашої програми це Станіслав Кочубинський, голова комітету дитячо-юнацького футболу Федерації футболу України. Вітаю вас, пане Станіславе, і вітаю вас з професійним святом, безумовно. Дякую вас теж. Пане Станіславе, давайте поговоримо про те, як житиме український футбол у найближчій перспективі. І згадаємо слова президента Федерації футболу, його програму, з якої він йшов на посаду президента Федерації футболу України, Анатолія Конькова. Ви представляєте його команду. Наскільки перспективним для нас є розвиток масовості футболу, як такого вуличного футболу? Що на сьогодні маємо? Ну, давайте с вами немножко философски представим футбол. В моем понимании это яблоко. Яблоко, лежащее в вазе. Верх его очень красивый, румяный, на вид даже очень вкусный. Поднимаем, смотрим, низ яблока червивый, подгнивший. Вот это две половины нашего футбола. Верхняя часть – это премьер-лига, где есть и деньги, где есть и ресурсы, где есть и площадки, где есть и поля. А низ – это наш юношеский футбол, особенно в регионах, не в больших городах, а в регионах. Поэтому еще за месяц до моего назначения Анатолий Дмитриевич Коньков, президент Федерации, общался не один раз со мной, слушал мое мнение, мое видение, что надо изменить, что надо исправить. Я ему это все изложил, где-то наши точки совпали, поэтому сегодня, на сегодняшний день, за почти полтора месяца работы Федерации футбола Украины, мне довелось посетить 14 регионов. Почему отдал предпочтение небольшим городам? В свое время, в 2006 году, Федерации футбола Украины были созданы региональные центры. Они созданы были по принципу больших городов. Львов, Киев, Донецк, Симферополь, Харьков. Но в этих городах есть и спортивные школы, есть и клубы. А мне бы хотелось, и вот эта программа, которая лежит у меня, она будет защищаться на исполкоме Федерации футбола в конце декабря, мне бы хотелось опустить свой взгляд на те регионы, которые совершенно не задействованы не то что футболом, а физической культурой и спортом. Там ни школ, ни баз, ничего. Хотя есть ряд регионов, где отдать надо должное и бизнесменам, и меценатам, которые, несмотря на все трудности, кризы, как кажут, приложили и прилагают много усилий для того, чтобы детский футбол ожил и жил в этих городах. Проблема эта, которая сегодня существует, она возникла не сегодня, это гораздо раньше. Достаточно взять одну из брошюр известного тренерского человека, тренера Михелса, он тренировал сборную Голландии в свое время. Значит, в Голландии обратили внимание на одну из проблем. Еще в 1985 году. Исчезновение дворового, или, как мы говорим, уличного футбола. Значит, мое поколение и последующее прошло через этот уличный футбол. И как Михелс говорил, в 12 лет происходил набор детей в клубы, в школы, профессиональных клубов. До этого вся их азбука лежала вот там, внизу, во дворах, на площадках. С этой проблемой, если Европа столкнулась в 85-м году, то мы где-то чуть позже, в 97-м. Пане Станіславе, у цьому контексті ми звикли, що якщо говорити про розвиток спорту, розвиток футболу, зокрема, то всі рівняються на столицю. На столиці України Київ. А в Києві у нас, я також не помітив, і ні спортивних майданчиків, а натомість бачимо будівництво і торгових центрів. І якщо і діти займаються футболом, то тільки за гроші батьків. Ви затронули дуже для мене близьку тему, тому що я ще на сьогоднішній день є заступником голови Київської Федерації Кочетова Ігоря Ніколаєвича. І проработав я там порядка где-то 7 років. Как ни странно, Киев почему-то оказался на окраине программы строительства площадок и полей. Я руководил в свое время школой, 15-я спортивная школа на Теремках, которая вся застелена искусственными площадками и полями. Может быть, это
исходило из моей инициативы. Может быть, рядом находились люди, которые мне помогли это сделать, которых я сумел убедить. Но, к сожалению, в Киеве, если мы посмотрим, за последнее время исчезло довольно большое количество стадионов. А те, которые на сегодняшний день есть, они явно не соответствуют этому названию футбольного поля. Поэтому я думаю, будет, наверное, поставлен вопрос, потому что, как кажут, негоже Киеву, столице такой большой страны, находиться на окраине футбола. Тем более в Киеве меценатов набагато больше, чем в регионах. Значит, тут что-то не так, может быть, мне что-то неизвестно, но проблема существует. Ну, давайте вернемся к тому видению, которое я оговаривал с Анатолием Дмитриевичем Коньковым по поводу дальнейшего развития детского юношеского футбола. Я ему сказал о том, что за последнее время мы почему-то забыли о тех регионах, небольших городах, городского типа, селищах, поселков, как я сказал, там, где отсутствует эта инфраструктура футбольная. Но, как ни странно, именно с этих небольших поселков и городов выходят футболисты. Для этого не надо большую статистику делать. Поверьте мне, через мою школу прошло ряд людей, которых я находил в Новояворовске, под Киевом, с бедных семей. То есть у меня приоритет был отдать кому? Ребенку, который с обеспеченной семьи, или же с города, где у него нет порой и бутс, и мяча. Я, в принципе, всегда отдавал приоритет такому ребенку. Поэтому я в беседе с Коньковым сказал, что наша задача опуститься вот туда вниз, в те города, обеспечить их. А сегодня верстается программа, она будет защищена на исполкоме, опять-таки, четырехлетняя, где в такие поселки будут направлены средства или же ковры, которые должны быть постелены там. И там будет проводиться определенная работа. Но, как я вам сказал, в 2006 году была сверстана программа центров, но там были ребята в этих центрах с 13 до 16. Мы опустим планку возраста этих детей до 6, максимум 10 лет. И оттуда мы должны будем выдать этих детей талантливых, найти, просеять, отдать их под кожаный мяч. А уж с кожаного мяча, пожалуйста, выбор элитного футбола, так называемого, это профессиональные команды. У нас они довольно крепко стоят, и у них порой охватить они все регионы не могут. Поэтому вот в этих лагерях, где мы будем летом устраивать так называемые дни отдыхов, можно будет выехать и посмотреть, и выбрать себе перспективных ребят для своей академии. Ви, до речі, згадали про турнір, який ми всі пам'ятаємо, шкіряний м'яч. Тобто одна справа – тренувати молодих хлопців, юнаків, а інша – їх перевіряти в бою. Тобто, що вони вийшли на поле, щоб це був турнір, щоб була мотивація, щоб вони дійсно зіграли на високих можливостях. Оцей шкіряний м'яч, на сьогодні відбувається змагання чи ні? Бо якось зникли з інформу. Довольно неплохо, але, може бути, проблема цих соревновань в тому, що вони не освещается ни прессой, ни телевидением. Я помню себя, в 12 лет я был участником финальной игры в Ростове. Команда «Энтузиаст» киевская стала второй в чемпионате Союза по кожаному мячу. И трансляция была на весь Советский Союз. Мы забыли об этих вещах. То есть, наверное, хотя я скажу, там ассоциация аматорского и кожаного мяча работает довольно-таки прилично. Там очень мощный человек Шпик, который финансирует эту программу. Есть неплохие спонсоры, и они делают свое дело. Поверьте мне. Пане Станіславе, я не знаю, наскільки гострою проблемою на сьогодні є питання тренерів. Так. Тому що за 1000, за 1500 гривень ніхто не буде тренувати молодих хлопців. А зарплата, маємо таку реальність, що дійсно ці люди такі гроші отримують в Україні. І як в цьому контексті змінити підхід? Є у вас бачення на 4 роки, якщо ця програма передбачена на 4 роки? Давайте так опять вернемся в ті прошлые времена, когда футболіст команди мастеров, тогда так називав, заканчивал играть в футбол, куда он шел? Он шел работать в школу или в клуб. Назовите мне сегодня фамилию человека, который, закончив играть в футбол, пришел работать в школу. Может быть, на одной руке мы назовем подобных людей. Все в основном идут в шоу-бизнес,
маркетинг, что угодно, политику, куда угодно, только не в футбол. Естественно, это, будем говорить, пустоты эти заняли люди, которые, ну, не хочу обижать, но много таких, которые и представления не имеют о футболе, они пришли сюда работать. Это проблема прошлого времени. Что можно сделать по этому поводу? Да, зарплата невелика, но мы знаем, что если человек специалист, если человек на месте и выполнил свою программу по подготовке молодого футболиста, существует такая, такой документ, как регламент трансфера и регламент трансфера, и правильно сказать, и статуса футболиста, в котором есть статья финансовых расчетов профессиональных клубов со школами или с клубом. Она немножко меня не устраивает. Мы сегодня пересматривали эту одну из граф или же положений, или пунктов, точнее будем сказать, где бы я хотел, чтобы трансфер, который осуществлен профессиональным клубом в 18 лет, если он заключает контракт с молодым человеком из школы или же с какого-то клуба, расчет этот один должен быть произведен. Но меня интересует цифра с 18 до 23 по положению УЕФА. Угу. Вот эта цифра, если молодой человек 18 лет будет перепродан или же отдан в другой клуб, там цифра очень значительная должна быть, которая должна упасть на школу, которая и тренера, которые воспитали этого молодого человека. Таким образом мы убьем два зайца. Мы дадим человеку возможность не просто помечтать, а за реальные свои труды получить хорошие деньги. Плюс школа, которая получит эти деньги, значит, на развитие материально-технической базы, на учебно-тренировочный процесс. Тут есть, будем говорить, прелести этой работы, но наша задача сейчас все-таки воплотить реалии того статуса трансфера и перехода футболиста, чтобы он был прозрачен, удобен и практичен для людей, которые сработали по отношению к молодому человеку. Пане Станіславе, от нова команда Анатолія Конькова. Ви розпочинаєте свою роботу з чистого листа, чи берете все те позитивне і найкраще, що напрацювали до вас під керівництвом Суркіса? Ну, наприклад, пам'ятаємо, як спосіб вирощування чи підтримки молодих футболістів було запроваджено в Україні ліміт на легіонерів. Ця ідея, ну, по-різному до неї ставилась в Україні, але вона виправдає себе чи ні, як ви вважаєте? Перше, з чого хотів би почати, значить, безусловно, люди працювали. Нельзя зачеркнути те, що було, значить, були помилки, були положительні речі, отрицати це нельзя. І я не хочу навіть касатися цієї позиції. Мене інтересує те, що я зможу зробити, те, що зможе зробити та команда, яка сьогодні прийшла. Те, що касається легіонерів, ми всі з вами відчули, говорить, недостаток квалифицированных людей в первой сборной. Порой тренер сборной вызывает футболиста, который практически присутствует на скамейке. Это не должно быть. То есть я понимаю, это моя субъективная точка зрения, что легионеры, они хороши в том виде, в котором они есть сегодня в футбольном клубе «Шахтер». Это Вильям, это Срана. Вот таких бы я хотел бы видеть. Но искусственно заполнять, будем говорить, и занимать место нашего украинского футболиста, я считаю, что это неправильно. Но сегодня ломать эту тему и снижать количество легионеров, я считаю, тоже нельзя это делать. Потому что все-таки мы утратим рейтинг в Европейском футбольном союзе. А подвышивать сегодня... Вы знаете, к этому надо очень, на очень осторожно подходить, потому что заменить человека, который более профессиональный, и он иностранец, менее профессиональным, это тоже неправильно. Тут надо найти будет хорошую середину. Пока мы не выдавим нашими квалифицированными украинцами этих легионеров, ничего хорошего не будет. Искусственно никогда ничего не
хорошего не приносило. На завершение нашей розмови хотілося завершити на позитиві, тому що ви згадували в основному проблему. От коли ми знову побачимо українця, який отримує золотий м'яч, якщо ця система запрацює, останній золотий м'яч Андрія Шевченка 2004 рік. Коли знову побачимо? Я би дуже хотів би, щоб ми теж в ближайшее время увидели нашого, хоча в нас же є прекрасные футболисты на сегодняшний день, и Коноплянка, да, как выглядит неплохо, да. И Ракитский неплохо выглядит. Будем надеяться о том, что они смогут вырасти до уровня и Блохина, и Шевченко, и Биланова. То есть у нас, я даже не помню, в какой из стран три человека, и плюс еще с одного клуба, были обладателями золотого мяча. Поэтому давайте помечтаем в день футбола, день праздника нашего футбола. Пожелаем удачи нашему футболу и всем нам вместе. Только все вместе могут решить эту проблему. Зрозуміло, дякую вам за розмову, дякую, що знайшли можливість прийти до нашого ефіру. Я нагадую, що це була думка Станіслава Кочубинського, голови Комітету дитячо-юнацького футболу Федерації футболу України. Залишайтеся на парламентському телеканалі «Рада», адже ми робимо політику зрозумілою.